Канобу.ру представляет. Привет, это апдейт за среду, 18 октября, и в сегодняшнем великолепном выпуске. Forza Horizon обрастает дополнениями до выхода. Инди-игра от авторов Assassin's Creed. Внезапный успех MechWarrior Online. Не успела новая часть сериала Forza Horizon поступить в продажу, как авторы уже рассказывают о масштабных DLC. Первая добавит в игру ралли-гонки. А это значит новые типы дорожных поверхностей, машины, детали тюнинга, ну и соревнования. Стоить дополнение будет неожиданно много, целых 1600 Microsoft Points, около 700 рублей. Естественно, есть и Season Pass за 4000 поинтов, то есть почти 2000 рублей. За его покупку в день выхода дадут 6 машин, и потом по пачке новых каждый месяц на протяжении минимум полугода. Forza Horizon уже сейчас получает восьмерки и девятки от ведущих изданий, так что с нетерпением ждем 23 октября. Возможно, стоит ждать и анонсированную инди-игру Outlast. К ее разработке причастны именитые, но безымянные разработчики крупных проектов. Если точнее, то в пресс-релизе говорится о бывших разработчиках Prince of Persia, вероятно, ассистент рекламного отдела, Assassin's Creed, он же уборщик офисов, и Splinter Cell Conviction, то есть ответственный за кейтеринг. Как бы там ни было, все они основали студию Red Barrel и делают свой одиночный хоррор на выживание. Действие происходит в заброшенной в горах Колорадо психлечебнице. Пугать начнут владельцев PC когда-то в следующем году. Из других внезапных новостей. Неожиданный успех старомодного боевика MechWarrior Online про огромных шагающих роботов. Игра принесла создателям уже 5 миллионов долларов. Вся сумма была выручена за доступ к закрытой бета-версии за 30, 60 и 90 долларов. И это в период с июля по октябрь текущего года. И это у разработчиков, которые не выпустили ни одной нормальной игры. Из-за повышенного спроса и других неафишируемых причин запуск открытой беты перенесли с 16 октября на неопределенный срок. Похоже, рекрутов оказалось больше, чем мы думали. То, что вы видите на экране, это новая игра бывших разработчиков «Сталкера» Дениса Матвеенко и Евгения Яцука. Выйдет на PC в следующем году, даже есть на гринлайте. После обновления PlayStation Store многие не могли пополнить свой виртуальный кошелек и что-либо купить. Sony пришлось вернуть старую версию. В России обновление пока не запущено. Вы устанавливаете игры Xbox 360 на жесткий диск? Зря, говорит Bethesda. В таком случае вы лишитесь доступа к оригинальной диалогии Doom в грядущем переиздании Doom 3 BFG Edition. Мы пытались найти здесь логику, но не смогли. Тем временем на таинственном Канобу появляются тексты. Рецензия на новую игру про Джеймса Бонда 007 Legends. Спецматериал о лучших демейков игр. Это когда их состаривают на пару десятков лет. Интервью Петра Сальникова с генеральным директором киевской студии Neval Red. Сегодня прямой эфир Chivalry, команда Канобу против Вольных Рыцарей. Присоединяйтесь! Ну и завтра традиционный выпуск итогов недели с Виктором Зуевым, который расскажет всю правду и даже больше. На этом все. Пока!